Здравия, братцы, этот выпуск для мужчин. Женщины, сразу выключайте. Отвечаю на вопрос, какой самый главный принцип успеха в жизни? Когда много денег, когда много движухи всякой разной, когда ты утром просыпаешься, тебе вообще по кайфу все. Ты живешь где-то там, где ты хочешь жить, да? Ну и все прочее. Вот самый главный принцип успеха. Сейчас просто эту тему, ну, начал качать, да, смотрю, там коучи, все-все-все. Рассказываю там по 3 часа, какие тебе надо там письма писать, то все. Не это все. Не это. Сейчас я тебе скажу самый главный принцип, на основе которого строится все остальное вообще. Все остальное не имеет значения, если этого у тебя нет. Если ты работаешь на работе, там маленькая зарплата у тебя, либо у тебя свой бизнес, и тебя он задолбал, это твой бизнес, ты занимаешься чем-то, что тебя вообще не вставляет, либо у тебя какая-то жена непонятная, которая тебе мозг выносит, либо у тебя вообще женщин нет, и с какими-то шкурами постоянно якшаешься, они с тебя бабки постоянно хотят взять. Все это происходит почему? Почему твоя жизнь не наполнена? Почему ты не чувствуешь себя богом на земле здесь? Почему это происходит? В основе всего, вот в материальном мире сейчас тебе скажу, в основе всего лежит самоуважение к самому себе. Вот этого сейчас не хватает нашим мужчинам, просто как воздуха, я не знаю, самоуважение к самому себе, любовь к самому себе. Потому что если ты уважаешь самого себя, ты не будешь работать на работе, где тебе платят мало. Ты не будешь заниматься бизнесом, который тебя не вставляет, который тебя не прет, который тебе уже надоел, понимаешь? Ты не будешь терпеть отношение к себе вот такого вот, когда женщина к тебе относится похабно. Либо ты там с какими-то шкурами никогда не будешь якшаться, потому что они забирают у тебя энергию, понимаешь? Ты не будешь никогда этого делать. Все основано на самоуважении к себе, потому что мужчина, который уважает себя, он понимает, кто он такой, да. А когда ты понимаешь, кто ты такой, ты начинаешь служить Всевышнему. Почему ты начинаешь служить Всевышнему? Потому что это наша самая главная миссия – служить Всевышнему. Как ты это будешь делать? Каждый свой путь находит. 100% каждый находит свой путь. Я не знаю, как ты это будешь делать. Я для себя это понял. И я это делаю. Почему Всевышнему? Потому что Всевышний создал этот мир для мужчины. Еще раз вот тебе говорю. Всевышний создал этот мир для мужчины и только для тебя. Он создал женщину для тебя. Он создал все здесь для тебя. Чтобы ты здесь делал что? Правильно. Испытывал радость бытия. Когда я был молодой, помню, у меня что-то лет 20 было. У меня дядька, короче, есть. Дядька есть у меня. Я у него все время, ну, с ним много времени проводил с самого детства. И он мне много всего рассказывал. Мы как-то с ним в машине ехали, он мне вопрос задает. А зачем тебе женщина? Зачем тебе деньги? Зачем тебе вот это, вот это, вот это? Я такой... И не могу ответить ему на этот вопрос. Зачем нам все это нужно? Он говорит, это тебе нужно для того, чтобы ты испытывал радость бытия. И вот эта вот история, она со временем становится все более понятным. Понятной. Ты здесь рожден только для одного, чтобы испытывать радость от бытия. А это можно испытать только через служение Всевышнему. А ты это будешь делать только когда начнешь уважать себя. Потому что пока ты служишь начальнику, жене, какому-то бизнесу, который вообще никакой пользы не приносит, тебя от него уже, блядь, воротит от этого всего, понимаешь? Будет и согласен жить в какой-то квартире, в панельном доме или там в пробках стоять, бутылку ссать, понимаешь? Да, ты вроде бы что-то заработал, но ты живешь в огромном мегаполисе, там нечем дышать, ешь еду эту отравленную. Это разве уважение к себе? Нет, начни себя уважать. Ты сначала себе должен все сделать в этой жизни, уважать себя начать. Когда у тебя все будет, ты уже сможешь поделиться с другими людьми. Тогда у тебя и жена счастлива будет, и дети, и родители, и все остальные. Пока ты себя не уважаешь, ты не будешь счастлив. И ты не сможешь служить Всевышнему. Еще раз говорю, Всевышний создал этот мир для мужчины. Как только ты это поймешь, в твоей жизни все поменяется. Вообще абсолютно все.
ты начнешь радоваться жизни, ты начнешь зарабатывать столько, сколько ты хочешь, ты будешь знать, куда эти деньги потратить, куда эту силу использовать. И в пятых, и в десятых, и все остальное. Все потом придет. Цели писать, визуализировать. Все придет потом. Магия утра, вставать рано, да, там гулять, тренироваться. Жить в теплой стране столько, сколько тебе надо, понимаешь? Это все приходит после. Начни уважать уже себя. Не разменивайся на мелочи. Ящерицы бегают, рептилоиды. Не разменивайся на всякую мелочь, на непонятную женщину, которая с тобой разговаривает, непонятно как, себя что-то требует там. Жизнь в квартире, в которой, блин, нормально, ты не можешь развернуться, вот так вот выйти, вздохнуть, понимаешь, по-человече. Ну и все прочее. Зарплата низкая, и все прочее. Вот. Я тебе сказал принцип духовности, да? Это принцип духовный, который в материальном мире. Конкретный инструмент, первая ссылка в описании, как начинать зарабатывать много. Потому что для мужчины это очень важно. Мужчина не сможет построить себе жизнь здесь, высокодуховную. Если у тебя копеечная зарплата, ты должен вваливать с утра до вечера на работе. Этого никогда не будет. Ты никогда не будешь счастлив. Только когда у тебя есть хозяйство, деньги, женщина или женщины, многоженство там или что-то еще, да. Ты можешь по миру ездить. Ты можешь не работать вообще столько, сколько ты хочешь. А ты же не можешь не работать, потому что когда ты перестаешь работать, ты начинаешь заниматься чем-то действительно интересным, созиданием, книги писать, я не знаю, YouTube-канал вести, там, баню строить, да что угодно, дело, это все дело твое. Поэтому первая ссылка в описании, все там, ну и все остальные ссылки, потому что еще есть много инструментов, такие как мухомор и прочее, да, все идет за этим. В моей книге это описано частично, и... Присоединяйся. Если было полезно, ставь лайк. Отправь это видео кому-то, друзьям, в соцсетях размести. И до встречи.